Ну, первый тайм начала было очень хорошее с нашей стороны. Создали несколько голевых моментов. Стандарты опасные. И буквально там первые 10 минут действительно было давление. Затем игра немножко выровнялась, но я считаю, что первый тайм был под нашим контролем. Соперник отдал инициативу, территорию, можно сказать, чем мы, в принципе, достаточно хорошо пользовались, но не доводили дело. Потом случилось удаление, перерыв, где все в спокойной обстановке было, так скажем, рассказано, как действовать, да, когда на одного игрока больше, значит, надо больше контролировать мяч на чужой половине поля, с фланга на фланг, быстрее, чтобы мяч ходил. Но, к сожалению, почему-то начали спешить, все уводить один в один, потери, нервы. Я скажу, что Калуга десятером молодцы, что нервы попортили нам. Потому что было много и подходов, моментов, может, не было, но я связываю как и с игрой Калуги, ну и мы, естественно, неправильно действовали. Ну и последние 15-20 минут где-то пошли у нас моменты немножко. Игру не то, что успокоили, а в правильное русло направили. 2-3 момента не забили, но из 10 метров, с 5. Ну, хорошо, что удался Иванику такой удар. Умеет бить. И залетел. Ребята, естественно, за самоотдачу. Поздравляю с победой.